Плохую погоду встретили Жальгирис и Невчи, но тем не менее матч получился интересным. Все голы были забиты в первом тайме. Сначала Расюкас заставил вратаря Бакинца вынуть мяч из сетки ворот. Затем Сукристов, умело обработав мяч, увеличил счет. Правда, в конце тайма Касумову удается сократить разрыв в счете. 2-1 победил Жальгирис и вышел в полуфинал, где встретится с металлистом.